Начинаем девятый по счету бокс-брейк по второму кейсу. Час 26. В Москве 11 сентября, понедельник уже. Вскрывать будем блок под номером 22-16. Приступаем. Последний блок в этом кейсе. Удачи всем участникам. Количество пакетов в стопках. Проверим, да, все четко. Ну, приступаем. Первый пакет, коллекционер Кротца, 11-13. Базовая карта, Данис Зарипов, Стефан Дакоста, ЦСКА Магнитка, 16 номер с 25. Второй пакет, Алексей, становится обладателем автографа Михаила Коновалова. Белые медведи, тираж 20 экземпляров. Коллекционер Панок и пакет номер 3. Здесь джерси Егора Агиенко. Красная армия, тираж 50 экземпляров. Также МХЛ. Коллекционер Крот и пакет номер 4. Здесь шикарнейшая карта, логотип клуба. Мэтт Эллисон. Была уже карта из 10, автограф джерси Эллисона в этом кейсе. А вот теперь еще и логотип клуба тиражом 26 экземпляров. Отличная карта. Ну, в пятом пакете, наверное, база. А нет, Максима Финогенов. Клюшка. Первая клюшка, которая попалась мне за все эти брейки. Максима Финогенов. Девятый номер из 20. Витязь. Шестой пакет, коллекционер Глебик. Здесь карта Федора Канарейкина, одного из тренеров на матче звезд. Представлял он авангард. И тираж, естественно, 50 экземпляров. Коллекционер Панок. И ему достается Илья Бякин под серией «Легенды хоккея». Коллекционер Громбек. Восьмой пакет. Это представлявший на матче звезд нефтехимик Дэн Секстон. В разных он ипостасях был представлен. Теперь еще и джерси. Девятый пакет. Коллекционер Лап. Мария Печникова. Тираж 25 экземпляров. Скиф. Десятый пакет. Снова коллекционер Панок. И снова база Егора Гиенко. Красная армия. Тираж 40. Морпех Рус и 11 пакет. Девушка из команды Торнадо. Алевтина Штарева. Звучит. 17 номер с 20. Коллекционер Гипноз и пакет номер 12. Здесь у нас джерси двойная Мэтт Эллисон и Анатолий Голышев. Динамо Минский автомобилист, соответственно. 8 номер 20. Коллекционер Госбастер. Пакет номер 13. Евгений Борисов. Сарматы. Тираж 40 экземпляров. Остается 3 карты. 14 пакет. Коллекционер Морпех Рус, Павел Францоус, трактор. Базовая карта матча звезд. Инкогнито достается у нас Оскар Осало и патч с победной майки Металлурга. 12 номер из 18. Последний пакет. Коллекционер Салан. Традиционно базовая карта Виктор Шалимов. Под серией «Легенды хоккея». 32 номер из 50. На этом заканчиваем 9-й бокс-брейк. Остается у нас последний блок во втором кейсе. Его номер 2358. До встречи в 10-м бокс-брейке.